Вместо красок – продукты питания, вместо холста – тарелки, на которых снег из риса, домики из хлеба и елки из огурцов. В химкинской школе номер 3 прошел съедобный мастер-класс с говорящим названием «Вкусные истории создания картины». Художник Анна Фокина рассказала участникам встречи о новом жанре творчества – «Foodscape», что дословно переводится как «продуктовый пейзаж». А затем предложила химчанам пофантазировать над созданием съедобной новогодней картины. И есть возможные дополнительные материалы, посмотрите, например, кукуруза или горошек. Это у нас может быть черепица на нашем доме или дорожка. Можно сделать... глазки, например, у снеговика черные, пожалуйста. Сделать где-то вдалеке елочку из укропа. Творческие, спортивные, интеллектуальные мастер-классы в Химках проходят регулярно. Посещать их может любой житель городского округа. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.